В Центральной библиотеке открылась экспозиция под названием «Музей». Эта необычная выставка будет интересна для посетителей любого возраста. Маленькие и большие керамические вязаные в коллекции Ирины Бочковой сейчас насчитывается более 30 тысяч фигурок коров. Вся коллекция началась именно вот с этой коровы. На самом деле это не корова, это конь. И он чудесным образом вернулся обратно владелице, так получилось. Поэтому, в общем, я думаю, что иногда даже с казуса какого-то начинается вот такая огромная история. В экспозиции очень много экземпляров ручной работы из природных материалов. Здесь солома, здесь кокос, здесь сено, фарфор, мягкая игрушка, дерево. Гости выставки с любопытством рассуждают, какой из экспонатов интереснее всего. На необычную коллекцию приходят посмотреть не только постоянные посетители библиотеки, но и те, кто попал на выставку случайно. Я первый раз такую выставку таких интересных коров вижу. Я, конечно, влюблена, знаете, в какую? Вот в эту. Вон ту с бантиком, она невероятная, вот соломенная, я на нее уже смотрю. Я даже не ожидала, что такую красоту можно сделать. А так вообще, конечно, коровы замечательные, поэтому... Я рада, что я сюда попала. Для посетителей экспозиции Ирина Бочкова приготовила сладкое угощение, в том числе конфеты с символическим названием «Коровка». Выставка продлится до 9 апреля. Спешите видеть.